Совсем недавно многочисленная линейка крэнковых воблеров от фирмы Strike Pro пополнилась несколькими новыми моделями. Это Dwarf Wobbler и Yoda Wobbler 50. Данные плавающие воблеры имеют одинаковые тела, но разные лопатки. Длина воблеров 5 см и весят они 7,6 грамма. Тело воблеров короткое, толстое и каплевидное. Dwarf Wobbler снабжен небольшой, но широкой лопаткой, расположенной под углом порядка 30 градусов. При этом петелька для лески выходит из самого тела воблера. Yoda Wobbler 50 имеет более длинную лопатку, расположенную под углом около 20 градусов. При этом петелька для лески находится прямо на самой лопатке. Приманки снабжены погремушкой, призванной привлекать внимание рыбы с большого расстояния. Крэнки – это воблеры, предназначенные для быстрого облавливания водной акватории и поиска активной рыбы. Именно поэтому при ловле на подобные приманки основной является обычная равномерная проводка. Такая проводка довольно проста, но она неизменно приносит великолепный результат. Особенно хороша такая проводка летом по теплой воде. Вначале рассмотрим, как играет Dwarf Wobbler. Dwarf Wobbler на равномерной проводке играет очень стабильно, с высокой частотой. При этом воблер, несмотря на небольшую лопатку, оказывает значительное сопротивление и создает много шума и гидродинамических волн. Равномерную проводку данной приманки можно разнообразить путем широких подтяжек с паузами. Во время пауз воблер как бы сбивается на мгновение с игры, останавливается и начинает всплывать. Если начать делать более продолжительные паузы на проводке Stop & Go, то воблер уже будет идти по пилообразной траектории. При этом можно не давать воблеру всплывать на поверхность, а можно и давать. При ловле на Dwarf Wobbler твичинговые проводки не применяются. Приманка имеет два крючка, и на рывках эти крючки неизбежно будут цепляться за леску. Воблер изначально создавался для равномерной проводки и проводки Stop & Go. Именно на этих двух вариантах анимации Dwarf Wobbler ловит рыбу лучше и быстрее всего. Теперь рассмотрим особенности игры Yoda Wobbler 50. На равномерной проводке Yoda Wobbler 50 легко заныривает до глубины 1-2 метра и идет на этом горизонте удивительно стабильно, с высокой частотой и сильной вибрацией. Приманка весьма упориста и прилично нагружает удилище и катушку. При этом воблер создает очень сильные возмущения в водной среде, которые рыба чувствует даже с большого расстояния. Приманка отлично проявляет себя на проводке Stop & Go и без всплытия воблера на поверхность, и со всплытием воблера на поверхность. Dwarf Wobbler и Yoda Wobbler 50 – это, по сути, одни и те же воблеры, но с разными возможностями. На рыбалке нужно иметь оба воблера и в зависимости от глубины ловли подбирать ту или иную модель. Оба воблера просто идеально дополняют друг друга. На данные крэнки летом по теплой воде отлично ловится любая хищная рыба, а также белая рыба со смешанным типом питания. Особенно неравнодушны к этим воблерам головли, окуни и форели. Воблеры великолепно держат сильный напор воды и просто идеально подходят для ловли на летних головлевых перекатах.